Богата Русь-матушка сказками да былинами. И у каждого сказочного героя есть своя родина. Здесь, на Вятке, в самом центре России, живет главный герой русских народных сказок Иван Царевич. Вятка стала родиной Ивана Царевича благодаря труду знаменитого во всем мире художника Виктора Михайловича Васнецова, уроженца Вятской земли. В своей картине «Иван Царевич на сером волке» он создал известный детям и взрослым образ Ивана Царевича. Усадьба Ивана Царевича – мир, где сказка оживает и дарит своим гостям не только радость и восторг, но и знакомит с культурой и традициями русского народа. Рад Иван Царевич гостям своим круглый год, удивляет их постоянно. Зимой Новый год волшебный празднует вместе с ними. Весну долгожданную широко и весело встречает, да перо жар птицы зажигает. Летом с гостями своими новые подвиги совершает, да в шумном веселье лето жаркое проводит. Приезжают в усадьбу Ивана Царевича гости со всей страны нашей необъятной, диву дивному подивиться, да в сказке побывать. Приезжайте и вы в усадьбу Ивана Царевича!